Сегодня уже у нас 29 июня. Я приехал в город Днепропетровск. За моей спиной клиника Medin in UA. Я приехал на операцию, не успел выйти из поезда. Меня уже подхватила машина. Игорь, хороший водитель, отвез меня в институт научно-исследовательский. Выполнили определенные операцию по исследованию меня, и сейчас привезли, уже дальше будем проходить в клинике остальные исследования подготовки к операции. Завтра будет операция. Волнений никаких нету, прекрасно себя чувствую, хорошие отношения, что еще надо, и хорошая погода, самое главное. Пойдем, друзья, еще не поздно познать наш новый мир. Мир тот, к которому относятся хорошо, делают профессионально операции, помогают людям. Вот мы идем в Medin in UA.